Эй, народ, смотрите, у них Светля в команде. Давайте определим, кто его будет ловить. Чур не я. А давайте устроим ПВП. Кто проиграет, тот и будет его ловить. Да, но тот, кто проиграет, не сможет его поймать, потому что он умрет. Ну тогда кто выиграет? И где тут логика? Согласен, херня. Какие еще варианты будут? А давайте, кому это больше всего надо, тот и будет ловить. Не-не-не-не-не, даже не думайте. А давайте попробуем поймать его все вместе. Ага, и будем как сборная России по футболу за мячиком бегать. В смысле, как стадо? В смысле, как идиоты. Ну я не знаю, ну давайте как в детском садике, считалочкой попробуем. О, я как раз знаю одну считалочку. Сива, ива, дупа, клен. Кокаин, оксиморфон, блин, нет, это плохая идея. Ладно, давайте тогда разберемся как настоящие мужики. В смысле, камень, ножницы, бумага? Именно. Камень. У меня тоже камень. И у меня камень. Эй, Арта, у тебя что? Ну вот, могли бы давно остановиться на варианте со сборной России. В смысле? В смысле, бумага у меня. Так что вперед, стадо, за мячиком.